Торжественное открытие нового вольерчика. Тин-дин, тарарарам, пожалуйста, проходите. Welcome home. Вот так вот тут. Смотрите, там новоселы очень требуют, говорят, откройте дверь. Сроки все прошли, ключи нам вручили, а дом еще не сдан. Вот, закрываемся. Опачки, новые такие засовчики. Сейчас Зай зайдет к ним. Откроет им двери. Тут сразу полетит везде разруха. Все в дизайне, в таком, короче, эти... пастельных тонах. Все дела. Открывай, зайка, скорей. Скорей всех открывай. Быстро сказы нас открывай и запускай. Тарарарам. Мишанька первый. Папа Миша говорит, для меня вольер строил. Наконец построил. Ох, нифига там система, Нипель. Чтоб не вскрыли сами. Чтоб нежданные гости не пришли. Пожалуйста. Проходите. Скорей. Ага, тазик надо убрать. Зайчик, уберешь? Не Мишу. Мишу облепили. Говорит, что нам ваше новоселье? Что мы там не видели? Скорее, девчонки мои, не закрывайте двери. Это же тоннель дружбы. Есть окно в Европу, а есть двери ко мне. Скорей. Миша, не иди сюда. Ну, посади его. Не допе... Я думала, она полностью будет открываться. Болтики мешают, другие шумочки. Мишань, заходи! Заходи скорее, смотри! Все есть, сейчас я, говорит, тут один пирушку устрою, все отпраздную, говорит, один. Так, что у нас здесь, Ну-ка. Ты, мой же, ты любопытный. Вот так раз, там дверка у нас такая, чтоб было там тепленько. Пошел первый котик. Котика первого пустили. Да, тут еще одно колесо. Так, если жопку морозить не хочется выходить туда, то мы остаемся здесь и крутим колесо здесь. Иди, мой солнышко, тебе нравится хоть? Ой, вон они остальные идут. Это что, Боня? Бонька? Нифига себе. Бонечка, а тебе как? Что они там? Утришенька, иди сюда. Скорей. Нифига, говорит, это все нам. Конечно, это все вам. Конечно, да. Туалет надо, конечно, тоже проверить. Самые чистоплотные еноты из всех. Вшестером. Там внутри вшестером ходят в один вольер, ребят. Это вообще капец. Ты мой Джон Сильвер. Мы тут тоже коврик, Мишань, постелим, чтобы тебе лапку не натирать. Бонька, Бонечка, нравится моя девочка, Бонюшка. Мишань, ну как вам? Как тебе кровать с твоими 5 женами? Одна кровать у вас большая с 5 женами. Ты еще кусался? Негодяй! Ах ты, негодяй! Так, ну, видео буду делать по 5 минут, потому что их будет несколько. Все очень, скажи, тут интересно. Интересно, скажи, все. Все пришли, кроме Вангули. Так, выходи давай, я закрою, у вас своя дверь есть там. Вот. Так, раз, все. Своя дверь у них, занавесочка, чтоб холод не заходил. Зайка сейчас им колесо еще одно выкатит, потому что Адам с Евой вряд ли будут бегать сейчас в колесе, поэтому оно им пока не надо, а этих бандитников много. Вот, теперь осталось дождаться, пока Ванга выйдет, мы откроем ей двери, и чтоб она зашла сюда к своим ребяткам. К своим ребяткам, чтобы она зашла. Здесь еще колесо сейчас будет. Вот. И все. И все будет супер-супер-супер-гуд. Все нормально, супер-гуд. Так. Вот так. Опачки. И колесику. Да? Вангуль, утришенька. Так, говорит, воды мало налили. Но это тазик новый пока. Подождите, ребятки. Будем наливать больше. Мишенька еще канализацию доделает. Просто мы уже с новосельем тянуть не стали. Сколько можно тянуть? Да, вот так медведь, чтобы можно было с медведя на качелях кататься. Ой, держись, моя косочка, подстава. Давайте лапы положил на качелю, она думала, там жестко. И медведя новый, свежеповешенный.